Здравствуйте, дорогие друзья! За окном у нас зима, а мы расскажем вам новогоднюю историю. Называется она «Обыкновенное чудо». В Новый год мы все ждем сказки, все хотим чудес, все загадываем желания и мечтаем, что они непременно сбудутся. Но мы садоводы и живем в такой сказке, а чудеса делаем своими руками. Вдумайтесь только, садоводы, как золушки, работают на своих участках. Они выращивают растения, поливают, пропалывают их, сажают розы и другие цветы. Но у нас такой климат, что, кажется, снежная королева погубила все растения. Она их застудила холодным ветром, засыпала колючим снегом, заковала в лед. Но снежная королева злая и холодная. Она не знает, что тепло наших рук, тепло наших сердец способно растопить любой холод. И весной снова прорастут цветы. Они появляются буквально из-под снега. Ну разве это не чудо? А потом день за днем будут распускаться все новые и новые цветы. Это тоже как маленькое чудо. А ведь когда-то все эти цветы посадили вы. А какие чудеса ждут нас в будущем? А это и есть обыкновенное чудо. Чудо рождения растений из крохотного семечка. И фирма Аэлита, как добрая волшебница, позаботилась о том, чтобы рассыпать крупинки этих чудес в каждый пакетик. Вот смотрите, из этого вырастут сочные мясистые помидоры. Из этого зеленые хрустящие огурчики. А вот из этого пакетика сладкий ароматный перец. Попробуйте посадить эти семена, и вы убедитесь, что они поистине волшебные. Смотрите, даже названия у сортов сказочные. Вот перец, Дед Мороз, Красная Шапочка, Буратино. Помните эти мультфильмы в новогодние каникулы? Как мы их всех ждали, как мы их любили. Дальше огурчики, конек-горбунок, семь гномов, обыкновенное чудо. И эти семена волшебные, потому что огурцы вот эти завязываются без опыления. Дальше наши любимые помидоры. Герда, Золушка, 33 богатыря. Из них вы сделаете вкусные, прекрасные салаты и чудесные зимние заготовки. А вот земляника – это лесная сказка и Белоснежка. Ну, они просто чудесные и вкусные, и безумно ароматные. И, конечно, наши любимые цветы. Вот петунии, опять же, со сказочными названиями. Это Елена Прекрасная, Варвара Краса, Мария Искусница и Василиса Премудрая, наши русские красавицы. И вот эти семена обязательно подарят вам море цветов и еще прекрасный-прекрасный аромат. Вот, дорогие друзья, такие замечательные сорта. А еще больше семян вы найдете на сайте фирмы Аэлита. Вот зайдите туда, и вы поистине удовольствие получите просто от выбора этих сортов. И пусть названия не у всех сортов сказочные, но они дают сказочные урожаи. Вот такая новогодняя сказка. И поверьте, с фирмой Аэлита, с этими семенами чудеса становятся былью, потому что они очень надежные и давно уже проверены временем. Мы садоводы приземленные люди и не ждем каких-то несбыточных чудес, например, что тыква у нас превратится в карету. Мы просто хотим хороших урожаев. И вот с семенами фирмы Аэлита эти чудеса становятся былью.